О том, как вовлечь максимальное количество мытищинских детей и подростков в спортивную жизнь, говорили и на совещании в окружной администрации. Руководители учреждений образования, культуры, спорта, молодежной политики, а также социально ориентированного бизнеса встретились, чтобы обсудить планы на предстоящий учебный год и направления, по которым могут взаимодействовать бизнес и социальные учреждения. В ходе диалога прозвучали предложения разместить на базе школ дополнительные кружки и секции, чтобы увеличить охват учеников и их родителей занятиями творчеством и спортом. В ближайшее время планируется заключение первых договоров между школами и бизнесом, в рамках которых будут открыты кружки танцев, кройки и шитья, а также театр моды. Еще один вопрос касался открытия в школах секции шахмат, где дети и их родители смогут постигать тонкости этой интеллектуальной игры. Сегодня мы на этой встрече вынесли предложение о внедрении в системе дошкольного образования, в комплексах садов, обучение дошкольников, выявление талантов именно среди 5-6-летних детей и обучение их игре в шахматы. Если детей в 4-5-летнем возрасте выявляет квалифицированный педагог, ведет с ним работу, наставничество, то вполне возможно шахматная корона в скором времени придет к нам в Россию снова. Эта инициатива будет включена в образовательный проект, который в ближайшие дни обсудит руководство Федерации шахмат и Управление образованием. Работу новых секций и кружков в образовательных учреждениях города планируется запустить к началу нового учебного года. Участники встречи также договорились проводить подобные мероприятия на регулярной основе, чтобы находить новые точки соприкосновения и развивать сотрудничество.